самбо против грэпплинга. Еще один представитель Ставропольского края против хозяина турнира, хозяина октагона, представителя клуба «Ахмат» Саид Хасановым Хаджиева, Александр Бадальянц. Снова у нас суперлегкий вес, 63 килограмма вес бойцов. Ну, ровесники, можно сказать. Бадальянцу 18 лет, нашему бойцу 19. В принципе, возраст, разница в возрасте невелика. Зелиман, это просто однофамилец или... Нет, это мой двоюродный брат. Тоже изначально я его начал с собой брать на тренировки. И, как видим, из него уже получился хороший боец. Да. Очень переживал за этот бой. А здесь вот грэпплинг верно указан, базовый стиль, или же... Или же снова попытка смутить соперника? Нет, у него очень на высшем уровне грэпплинг. Даже я с ним... Нелегко с ним бывает. Борьбе в партере, да, в грэпплинге. Вот хорошее попадание было со стороны соперника Саид Хасана, да, и хотелось бы отметить, как он не растерялся, да, пришел в себя и провел бой в партере уже, чтобы отдышаться, отдохнуть. При том, что здесь захват есть достаточно серьезный, но при этом можно дышать, и пытается сейчас как раз-таки освободиться, что и получается успешно у Умхаджиева. Позицию гарда он занимает. Пришел в более удобную позицию. И вот попытался сейчас удушающе провести, но прижался, прижал голову, да? Я за него уже мало как переживал, так как знал, что он доведет свое дело. И вот еще одна попытка проведения удушающего приема. Сопротивляется, как может, ставропольский боец. В такой ситуации, конечно же, сложно в первую очередь тому, кто внизу находится. Ну и нужно пытаться развить свой успех. Заставляет все-таки отдать шею Умхаджиев соперника и проводит блестящий удушающий прием без шансов для Александра Бадальянца. В этом бою на второй минуте 19 секунды. Еще одна быстрая победа нашего спортсмена. В первом же раунде одерживает эту победу Саид Хасан Умхаджиев. И поздравляем его с успешным профессиональным дебютом. Друзья, и ваши аплодисменты его сопернику.